Наличие открытых люков и песка в песочницах, покраска лавочек и бордюров, качество ямочного ремонта дорог и санитарное состояние контейнерных площадок. Результаты весеннего месяца чистоты и благоустройства во дворах ежегодно сдают по утвержденному чек-листу, который включает в себя 20 пунктов. Это жесткий фиксированный список, который необходимо строго соблюдать. Практика показывает, что если добросовестно выполнить все требования, число жалоб жителей на проблемы во дворах снижается до минимума. Результаты уборки и благоустройства по каждой территории вносятся в СКПДИ – специальную систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры, разработанную правительством Московской области. Затем ответственные службы выезжают с проверкой для оценки качества работ. В течение мая месяца и 15 дней июня мы с контролерами ГУСТ зайдем в каждый двор и проверим каждый двор на наличие 20 пунктов чек-листа. На сегодняшний день в округе 4 муниципальных учреждения закончили работы и сдали подведомственной территории. Еще 4 находятся на завершающей стадии. 7 организаций числятся в должниках и пока не приступили к сдаче объектов. С теми, кто не приступил, мы сегодня проводим совещание в очном режиме, не в ВКС, вызываем себе подрядчиков и начинаем, скажем, планомерную работу по сдаче дворов. Однако возможности Главного управления содержания территорий не безграничны, и инспекторы еще не успели принять работы, отмечает Станислав Григорьев. Они не могут одновременно выйти на все дворы, поэтому здесь, возможно, там, где мы не приступили, просто есть заявка, но инспектор просто не успел пока прийти принять двор. Такая ситуация тоже может быть. Данная таблица отображает факт сдачи, но не готовность. Готовность у этих организаций под сдачу тоже есть. Окончательно завершить работы и сдать все дворовые территории округа планируют до 16 июня. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».